С вами Ник, сегодня буду показывать, как простреливать Денюк. Первый прострел убивает чекающего улицу с девятки. Чтобы его сделать, нужно досчитать до 11 палочки, встать напротив ее и простреливать с ВП. Обычно нужно 2 точных выстрела. Второй прострел идет с рампом на парня, который ставит план по дефолту. Подходим к малому ящику, прислоняемся к нему и целимся в английскую букву I. 2 выстрела в голову. Следующий прострел с этой же позиции, но на плент А. Парня, который ставит бомбу на крестик. Целимся между точкой слева и железякой справа. Нужно от 3 до 4 прострелов с АВП. Этот прострел вам позволит убивать того, кто кемпит между бочкой и мейном. Сейчас покажу вам прострел, который поможет вам убивать парня со синим. Прострел с А плента на крестик Б плента. Все, что нужно, это найти вот этот упирающий объект, встать над ним и стрелять в него. Следующий прострел с А плента на дефолт Б за щитом. Становимся возле синего и находим провода, стреляем чуть ниже и правее окончания синего провода. Многие не знают, но игрока, играющего в ангаре, можно прострелить сквозь эту крышу. Главное приблизительно знать, где он. Всем пока, подписывайтесь на канал и ждите новых роликов.